Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся. А сегодня у меня новинка. Новый зарубежный букс. Называется Bitcoin Clicker. Регистрация простая. Логин, имейл, пароль. На почту придет письмо. Нужно будет и подтвердить почту. Я же уже зарегистрирована. Вчера уже ближе к ночи. Сейчас зайдем в кабинет. Так вот он у нас выглядит изнутри. Сразу на главной страничке наша партнерская ссылочка. Нажимаем копи и копируем. Далее опускаемся ниже. Так вот выглядит наша страничка, как бы, да, домашняя. Мини-чат есть, можно общаться. Здесь присутствует в чате админ. Вот. Сейчас у меня грузится страничка. Вот. Как видим, зарубежный букс, много иностранцев здесь. Значит, что нужно сделать? Значит, вот здесь будет ваш логин. Здесь ставим значок, какой вам надо, выбираем язык. Ой, далее. Вот здесь на треугольничек нажимаем. Мой профиль. Это вот наша главная страничка. История. Значит, настройки нажимаем. Так, можно поставить аватарку. Значит, наш email. Оплата нажимаем. Сюда прописываем биткоин-адрес, привязанный к Faucet Hub, потому что вывод будет идти на Faucet Hub. Нажимаем «Сохранить». Сохраняем. Далее режим отпуска. Здесь у нас переведете и прочтете. Как бы, ну, здесь, ну, правила, как бы, и все такое. Ну, а здесь поменять пароль. Далее, на чем мы здесь будем зарабатывать? Здесь очень много можно на чем заработать. Вот у меня уже 158 сатошиков. Значит, вот это резюме, у меня стоит язык русский. Наша домашняя страничка, дашборд. Далее нажимаем зарабатывать. Это задание. Есть офер валс. Это по желанию. Значит, здесь вот можно вот так каждую страничку переводить. И здесь вот краткое описание, что нужно делать. Вот. Так. Нажмите на один из следующих предложений. Зарегистрируйтесь бесплатно. Ну, вот это тоже задание. Это мне не надо. Далее. Объявление. А вот здесь вот можно, естественно, зарабатывать. Здесь вот рекламка. На вот эту я уже просмотрела. Как бы вот здесь вот внизу написано, сколько нам начисляют. 10 сатошек в 20 секунд, да? Здесь у нас 8 сатошеков, 6 сатошеков, 10. Вот по-разному 6. Ну, давайте коротенькую одну просмотрим. 6 сатошеков, 10 минут. Покажу, как это делать. Нажимаем на нее. Нас перебрасывает на страничку. Далее нажимаем вот на эту вкладочку. И вот здесь вот нас опять перебрасывает на страничку. И в адресной строке, как бы не в адресной, вот здесь идет как бы отсчет времени. Переходить нельзя, конечно, было. Я намухлевала. Так, сейчас я по новой нажму. Переходить нельзя. Вот у меня идет отсчет времени, пошел. Сейчас у меня 3, 2, 1. Так, все. Я перехожу обратно на страничку. Так, ставлю английский язык. Вводим капчу.
опускаемся чуть ниже, нажимаем «Отправить». И закрываем вкладочку. Так, все, я просмотрела. Далее. Здесь 6-10. Вот здесь, смотрите, есть. Нажимаем сюда. 16-10. Почему-то здесь. И здесь у нас тоже 10. Как бы и здесь... А, здесь секунды идут. Ясно, 6-10 секунд. Здесь 16-30 секунд. И здесь 15 секунд. Далее, ролл. Вот на следующую вкладочку нажимаем. А здесь у нас экран. Я здесь уже клюкнула. Здесь мы один раз в час заходим сюда на подобие FreeBitcoin'а. Появляется вкладочка, разгадываем капчу и раз сейчас сюда заходим, и вот сколько, какое число выпадет, столько нам и начисляется. Минимум здесь 45 сатошек, согласитесь, неплохо. Так, далее зарабатывать опять нажимаем. Так, рекламка, закрываем. Так, следующая вкладочка, это раз в час, есть еще... раз в 24 часа. А вот это вот у нас такая же самая, только раз в 20... Нет. Да, раз в 24 часа, вот только вот эти рекламки. Смотрите, здесь каждая наша рекламка 35 сатошков. Опять я одну просмотрела. Нажимаю на вкладочку. И каждая нам вот эта рекламка приносит по 35 сатошков. Сейчас страничка загрузится. И вот я не знаю, дадут мне здесь просмотреть или нет. Потому что здесь капча, конечно. У меня рекапча, это большая проблема. Проходить ее. Нас перебрасывают на страничку. Проходим рекапчу. Так, автомобили. Подтверждаю. Так, нажимаю, вот сюда кликаем. Вот у меня капчу я не прошла. Ну, вы поняли. Ну, суть понятно, как проходить вот эти. За каждую 35 сатошков. Вот. Потому что мне с рекапчей это лучше потом. Я все это пройду опять. Вот рекламка периодически выскакивает. Значит, далее еще будет в процессе видео просмотры. Сейчас как бы у меня лично видео нет. Вот. Как бы это тоже просмотрите все. Что еще у нас здесь есть? Клейм Сатоши. Последняя вкладочка. Ну, а здесь одна сатоша, как бы, наверное, без таймера. Можно по одной сатоше без конца здесь клюкать. Так, нажимаем вот сюда клейм, я уже не буду, так видео немного затянулось. Вот, и без таймера собираем. Так, это заработок, да? С этим вроде как разобрались. Далее, что? Здесь можно рекламировать свои проекты, баннеры. Так, у меня новая компания. И как бы можно вот добавлять баннеры и это рекламировать. Далее, здесь тоже как бы рекламировать.
Далее здесь у нас рефералы, ну тоже вот новая компания, точно так же. Так, рефералы, что у нас? Статистика и рефералы. Тоже наша партнерская ссылочка и баннеры. Далее деньги. Депозит — это кто захочет пополнить. Я лично не собираюсь ничего пополнять, я здесь без вложений. Вот с Coinbaumance на Porsche за баланс, как бы так. Есть перевод. Можно переводить с комиссионной на майн баланс. Далее. Так, деньги. И, а здесь у нас Сатоши. Это что у нас тут? Тоже Сатоши на майн баланс. Так, далее что? Деньги, перевод. Здесь вот вывод средств. Значит, вот майн баланс на Faucet Hub. Минимум 1500. И это небольшая сумма. Тут уже прописан у меня адрес. Вставляем сумму, нажимаем вывод средств. Далее логи, статистика идет. Так, и ну тут люди. Так, профиль, вот сообщения и друзья. Ну и статистика. Это все уже посмотрите. Вот такой вот зарубежный буст. Кому интересно, присоединяемся и зарабатываем бесплатные биткоин сатоши. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Вывод, естественно, буду делать по выводу видеообзор. До новых встреч!